Так. Alone again with only his thoughts as company, he continues on his journey to find the one who seeks. Он продолжает свой путь в поисках того, кто ему нужен, кем или чем было то странное создание. Есть сила, которую чувствуют немногие, сила, способная влиять на ход событий. Возможно, страж озера осведомлен о нем, предложит помощь в его поиске. Есть только небольшое препятствие в виде мертвого болота, унесшего жизни стольких членов братства. Здесь витает запах смерти, и опасность стоится за каждым поворотом. Но ничто не остановит его, ничто не встанет у него на пути. Так, проверим настройки. Ага. Окей, все нормально, пошли. Так, я нашел. Нашел что? Правильно, медальон. Окей. Кристалл здоровья, точнее, да. Нашел свиток. Прочтем его. Свиток рыцаря братства. Было что-то в воде, нечто ужасное. Я видел, как людей затягивало, и больше не оставалось и следа. Этих тварей можно определить только по пузырькам или ряби на поверхности. Я полагаю, следует переждать, пока они не пропадут. После чего можно проходить трясины. К сожалению, из-за ядовитых испарений их нельзя обойти стороной. Так что необходимо быть осторожным и выжидать удачного момента для продвижения вперед. Черт, я знаю, что иду на верную смерть, но хотя бы погибну в бою, а не проглочен этими болотными тварями. Ну да. Куда идем? С пятачком. Я спрыгнул. Это что за фигня? Бомбочка. Похоже, да? Ловите подачу. Все. Четко. Опаньки. Какие-то твари забрали его в болото, все-таки. Опасная трясина. Меня засосало. Опасная трясина. Ага, это наяды. Ну, хорошо. А, вот прием, ага. Куда пойдем? Прямо пойдешь. Люлей гребешь. Да?
Блин, там есть источник здоровья, но в принципе у меня его не так уж и мало. Давайте посмотрим, что там дальше. Что это, все твари? Окей, тут подряд аж два идет. Что дальше? Тут почему-то не забраться. Почему? А, забрался. Окей. Теперь куда? Так, главное по самому краю проходить, я так понял. Какой-то дракон мертвый. Там есть стражник. Давайте посмотрим. Опаньки. Че, зафармили меня? Так, здесь прошел. Фу. Офигеть. Не успели, не успели. А. Так, что у него? Еще кристалл здоровья собрал, да? Это good. It's real good. Good thing. Действительно, это круто. Пипец, вот вообще их. Как Сусанин какой-то, блин, хожу по болотам. Только поляков нет. Здесь, я думаю, ничего интересного нет. А если есть, то мне лень.
замесил ублюдков. Да я нажал, давай ты уже. Так, все, или еще кто-то хочет узреть мое величие? Так, куда? Так, ну дальше смысла нет идти, я так понимаю, да? Еще свиток. Мавзолей. Легендарный ремесленник Ринальдо Гандольфи во время своего визита сотворил здесь могущественную реликвию, которая поможет тому, кто владеет двойным крестом. Угу. Видимо, мне тут как раз и нужно будет идти. Так, пойдемте дальше. Пара жалких гоблинов, не представляющих серьезной угрозы. Вроде как не представляющих. Так, здесь купель, да? Куда дальше? Вот мавзолей. Ага. За мной следит какая-то тварь. Forgive me, brother, but my need is far greater than yours. Прокачал, что ли, крест? Крюк. Реликвия также была изготовлена известным ремесленником Ринальдо Гандольфи. Подвижный металлический наконечник может использоваться для захвата удаленных противников, объектов, что придает кресту свойство крюка. Можно раскачиваться, ну и остальное, ля-ля-ля.
Ох ты! Охренеть! Это что за чудовище? Надо было прыгнуть. Опс. Надо наносить удары, точнее нажимать точки, когда сходятся два круга. Вот сейчас я с вами говорил и забылся. Три раза нажимал вовремя. Четвертый раз рано. Вот так-то. Порвал пасть. Так, больше кинжалов я нести не могу, да? Ну ладно. Это что такое? Опаньки. Можно носить больше кинжалов. Это вообще крутяк. Куда идем с пятачком? Туда. Так, а что есть тут у нас? Есть купец. Это вообще круто. Блин, красивая игра. Все-таки умею, да, для консолей делать игры. Хоть они и старые, конечно. Ну, со всеми, но сами консоли. Понятное дело, что они уступают компьютерным играм. Но зато там стараются. Именно дизайнеры. Создать офигенную просто картинку. Thank you.
Так, сейчас осмотрим труп царя. Что здесь? Кристалл. Окей, это будет. Мне куда-то нужно наверх все-таки, да? Ага. Пойдемте. Так, это все, да? Кристалла 3 нашел. Ну ладно, хотя бы 3 из 4. Так, можно изучить волну кинжалов. Можно изучить захват в воздухе, чтобы хоть врага и подбросить. Можно улучшить гильотину. Ладно, пока ничего учить не будем, вроде хватает этого.